снова печальные новости. Умерла победительница битвы экстрасенсов Елена Есевич. Ясновидящая скончалась после тяжелой болезни. Есевич завоевала любовь публики своими мистическими способностями. Во вторник, 31 мая, стало известно о скоропостижной смерти победительницы 12 сезона «Битвы экстрасенсов» Елены Есевич. По словам участника проекта Никиты Турчина, ясновидящая умерла в больнице. Позже подруга-экстрасенс Елена Закамская рассказала, что у Есевич были серьезные проблемы со здоровьем. Она дважды перенесла коронавирус, что дало осложнение на печень. Закрылись протоки. В первый раз приступ удалось преодолеть, вызвав скорую и сделав капельницу. На днях случился повторный приступ, такой же сильный, как в первый раз. У Елены отказали ноги. С ней рядом был наш приятель, отвез ее в больницу, уже в бессознательном состоянии. Потом и почки отказали. Она так и не пришла в сознание, добавила подруга ясновидящей. Знакомые и родственники Елены в голос утверждают ясновидящую довели до гробовой доски личные трагедии. За несколько последних лет она похоронила мужа, дочь и брата. Светлая память ясновидящей.